Купила бабка в магазине галоши, а коробку ей не дали. Нести ни в чем. Заходит она в аптеку и говорит провизору: «Доченька, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь коробочку». Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а на ней написано 100 презервативов. Едет бабка в автобусе с коробкой под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает: «А надолго ли вам, бабушка, этой коробочки хватает?» «Ой, милок, да как наш дед шоркает, хоть бы на неделю хватило».